Значительным является музейное собрание наступательного и оборонительного оружия 18-20 веков. Среди холодного оружия – сабли, кинжалы, мечи, секиры, пики, боевые топорики Ойболта. Они изготовлены в Хиве, Бухаре, Туркменистане, Иране, Афганистане, Дагестане, России, странах Западной Европы. Рукояти и ножны большинства из оружия богато украшены серебром, позолотой, слоновой костью, инкрустированы бирюзой, сердоликом, а иногда просто цветными стеклами, отделаны чеканным или рисованным орнаментом растительного, геометрического и зооморфного характера. Хранятся в музее и оборонительные доспехи, панцири, кольчуги, шлемы, щиты, кожаные и металлические. Число холодного и огнестрельного оружия и доспехов составляет в фонде около 300 образцов.